Кабмин утвердил перечень 15 дополнительных платных услуг ЗАГСов. Получить их можно будет исключительно по собственному желанию. В частности, ЗАГС будет взимать плату за организацию и проведение индивидуальных обрядов регистрации брака и рождения или юбилеев свадеб и обрядов помолвки. Также платить придется за копирование ламинирования документов, за предоставление курьерских услуг и правовую помощь.